Итоги оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев 2016 года выявили как положительные, так и отрицательные стороны оперативно-служебной деятельности МОМВД России «Моршанский». Реализация комплексных мероприятий, проводимых на плановой основе и в оперативном порядке в соответствии с приоритетными направлениями, позволила достичь определенных положительных результатов в оперативно-служебной деятельности и сдержать рост преступности на территории обслуживания, отметил Андрей Илюшин. За 12 месяцев 2016 года произошло снижение по зарегистрированным преступлениям на 7,5%. По области также отмечается снижение зарегистрированных преступлений на 8%. Нераскрытыми остались 152 преступления, в 2015 году 167. В целом уровень соблюдения принципа неотвратимости наказания увеличился с 76,5% до 76,9%. Раскрываемость тяжких преступлений составила 73,9%. По горячим следам раскрыто 346 преступлений. Удельный вес от общего числа преступлений составил 54%, область 46%. Стабильные показатели по осуществлению противодействия незаконному обороту наркотических средств. Сотрудниками МОМВД «Моршанске» выявлено 39 преступлений, как и в прошлом году. По линии незаконного оборота оружия за отчетный период зарегистрировано 14 преступлений с раскрываемостью 75%. Раскрыто преступлений прошлых лет 24, за аналогичный период прошлого года 29. Отмечается значительное снижение преступности и несовершеннолетними. Однако наряду с положительными были озвучены и слабые места в деятельности личного состава. Проводимые на постоянной основе профилактические мероприятия не позволили сократить количество фактов мошеннических действий общеуголовной направленности. С 28 до 51 33 преступления остались нераскрытыми. Не в полной мере отвечают складывающейся оперативной обстановке принимаемые меры по охране общественного порядка и общественной безопасности. Так не удалось сдержать темп прироста числа преступлений, совершенных как в общественных местах, рост на 13%, так и на улицах. Рост на 25%. Вместе с тем раскрываемость увеличилась с 69,9% до 72%. Основываясь на анализе результатов оперативно-служебной деятельности МОМВД России «Моршанский», были сделаны выводы, что реализация комплекса мер и оперативно-профилактических мероприятий позволили сохранить стабильную криминогенную ситуацию на территории обслуживания, и оперативная обстановка в целом находится под контролем. Согласно показателям комплексной статистической оценки результатов деятельности, утвержденных приказом МВД России, по итогам 12 месяцев 2016 года МОМВД «Моршанский» занимает 10-е условное место из 15 подразделений.